ты хреном жёг мой чёртов офис прямо перед клиентом, тупой ты придурок? А теперь скажите мне хоть кто-нибудь, что грёбаная книга Дрыга уцелела? Единственный билет в мир живых? Вот она. Вот почему ты моя любимая, Луни. Вот тебе вкусняшка. Иу, хватит. Мне противно. Ой, да ладно тебе, ты говоришь как мой терапевт. Давайте-ка за работу. Давай, это весело. Ты здесь раньше не был? Нет, тематические парки меня всегда пугают, особенно маскоты. Ну, привет! Я Лулу! Добро пожаловать в Лулуленд! Посмотри же, это Лулу! У меня вопрос. Тогда спрашивай же, девочка! Правда ли, что этот тематический парк всего лишь наглая копия более популярного парка Лулу Люцифера? Нет. Это место запросто могут засудить за копирование. Почему бы нам не пойти на аттракционы? Luckily for you, there's something we can do. We can help keep them alive, so you can watch them thrive. Cause here at CHERUB, we'll save your honey bun from dying violently. Cause here at CHERUB, no, we never even ask a fee. Because good people spread the love, and we're here for all of them. We do the paperwork for you, and the heavy lifting too. So sit right back and let us bless us all for you. Oh, we are the CHERUB. Странно тебя такое слышать. Мой гримуар был мне очень дорог, и он не должен был попасть в руки к такому демоненку, как ты. Полнолуние — это очень особенное событие. Его будут праздновать в Кольце Гнева. Это очаровательный фестивальчик с играми и музыкой. Кольцо Гнева, да? Мои подчиненные оттуда. Никогда там не был, но звучит как что-то хлебное. Почему бы тебе не составить мне компанию, как специальный гость? Я тебе предоставлю специальный доступ, Слушай, я же говорил, мы не охранники, понимаешь? Это было всего однажды, и что, в итоге мы облажались? Я просто предлагаю весело провести рабочий день. На этом фестивале довольно безопасно. Каждый год туда хожу, ничего не изменилось. Если ты обещаешь, что это не какой-то недофестиваль, и на нем реально будет весело, тогда по рукам. Ладно, скажу остальным. Похоже, мы обойдемся без книги. Я так надеюсь тебя там увидеть. Как жаль, что твоим клиентам придется подождать. Ой, да нахер моих клиентов! Because good people spread the love, and we're here for all of